сюда вставай. Добрый день, дорогие друзья. Обратно мы в гостях у Сергея. Возникло множество вопросов по поводу, значит, содержания перепелок, значит, и по поводу, значит, вот этого, значит, клетки. Спрашивают, значит, сколько можно сюда посадить перепелок и, значит, количество самцов на самих перепелок. Ну, на самих самок надо, если на инкубацию, то от 3 до 3 самочки одного самца, если на инкубацию. Вот. А если не на инкубацию, то можно и самцов и не держать. Вот конкретно вот в этот ящик. Вот в этот ящичек можно 15-12 курочек посадить. Здесь 16 дециметров здесь. Здесь 40 на 40 он. На 1 дециметр полагается одной перепелочки. Перепелочка, короче, живет на одном дециметре. Вот. Ну, сюда самца нужно садить, потому что сейчас вот они тоже думают, сейчас взять, а потом себе же тоже нужно свое маточное поголовье оставить. Будут. Ну, будут. Яйца должны быть плодотворенные. Ну, если, я говорю, на инкубацию, то, конечно, надо самцов обязательно. То есть штук 12 нужно самочек сюда посадить? Да, 3 самца. И 3 самца? Да. Они с этой справятся? Справятся. Порода должна быть строго там, либо техасцы, либо... Да, либо техасцы, либо манжурцы, либо эти фараоны. Соблюдать именно эту породу. Да. Значит, по ящику, значит, с какого возраста можно посадить? Там я посмотрел, у тебя эти, вообще там как мышки сидят маленькие. Не, ну, подращивание у меня всегда в общие они там сидят. Ну, а здесь садить где-то на 2 недели... И можно заложить здесь вот это вот как бы... Но лампочку сюда не надо. Нет. Уже в течение 2 недель они на 4-5 день они уже летать начинают. Допускать нельзя, они пойдут по квартире будут летать. Вот. Так что если сюда маленьких садить, я сюда вставляю проволочку. Чтобы они не вылазили вот в этом месте, а ели. Угу. Вот. А сюда дощечечку ставлю, чтобы они отсюда не вылазили. Вот прям под кормушечку. Так, значит, а вода куда нальется? А вода вот сюда вот. Здесь дырочки делаются, ставят разные. Либо баночки ставят, либо ставят тетрапаки. Тетрапак берется, он вот так отрезается. Отрезается тетрапак. И под тетрапак сверлятся дырочки. 3 дырочки сюда можно, или 2. Такие дырочки на 35. Чтобы перепелочка не выскочила. А разборных ящиков у тебя нету? Разборных нет. Ну, разборных их можно сделать, как бы. Вот хотя бы один такой вот ящик, чтобы можно было разобрать, чтобы по твоей технологии уже собирать уже, чтобы можно было их. Да, разборный можно сделать. Вот эта кормушечка отворачивается, сетка это отдельно под этот. Это навозоудаление, да? Да. Вот они тут ходят сюда это. Живут они на сетке? На сетке здесь живут, да. Сюда ходят, здесь очистил утром, вечером. А яйцо? Назад. А яйцо куда яйцо девать? Вот сюда выкатывается. Вот здесь, вот эта сеточка, она сделана 7 градусов. 7 градусов. Она сделала уклон. Приближай к этим. Уклон сделанный. Рычагом приближай. Надо туда дальше, вот так, чтобы тебя не закрывало. Ага. Вот. 7 градусов уклон. Они несутся, руку вообще не засовываешь. Нет, они сами ножками бегают и потихонечку выталкивают его, это яйцо, ножками. Вот. 7 градусов обязательно, не больше. Если больше сделаете, оно будет выкатываться сильно и биться. Об эту штучку. Вот. Сергей, слушай, у тебя столько маток, а куда ты яйцо-то все деваешь? Разбирают. Не, ну как, ты вот сразу, у нас, я не знаю, в поселке же не, кто, разве перепелами кто-то занимается еще? Ну, есть у некоторых, держат только летом, тоже у меня покупают, и опять лето держат, а зимой они их опять перекалывают. Глядя на тебя. Да. Нет, они держат вот именно для здоровья, для детей, у кого там это, На рынке даже, я раз или два всего лишь видел те, чтобы яйцо продавал. Получается, домой приезжают, что ли, берут? И приезжают и домой берут, и на рынке я постоянно ведра 2 выношу, у меня скупают такие ведерки по 7 литров. Ну. И разбирают.
Если не секрет, цена какая? Ну, это 35 штук 100 рублей. Ну, это нормально. Ну, так же, как и в магазине, но только что у меня яйцо постоянно свежее. Вот опять у меня эти... А под них под ячейки нужно специальные под эти? Или как? Ячейки продаются, но продаются я в мешочках продаю. Ну, понятно. Мешочек накладываю. Ну, это поначалу, может быть, показать, что вот это яйцо перепелиное. Нужна да, ячейка. Я сейчас на морозе, потом... на морозе они у меня в тепле в машине стоят. Раньше я писал, все, а сейчас люди знают, подходят. Ну, если, ну наработал свою клиентуру. Да, я вот сегодня пришел, я сегодня не торговал. За мной все люди бегали. Ну, яйцо принес или нет? Мы также идем по поселку, и с нами все здороваются. Я сильно там людей не знаю, а мы, у нас тоже лица-то известны. Просто у вас, у тебя своя специфика, значит, да? Птицы и кролики. С кроликами мы в следующий раз, как бы это самое. Да, с кроликами, конечно, я покажу. Цена на такой ящик. 800 рублей. Ну, 800-850. А, значит, а делать подумать, можно... Подумать, как его разобрать, чтобы можно было переслать. А он на шурупах. Вот, разобрал шурупы, он на 4 части развалился. Ну, там женщины спрашивают, они ну, не вот здесь соберут, можно... не разберут. Почему не соберут? Подписать все это. Да, можно как бы можно карандашиком отметить, например, здесь синим отметить. Ну, вот разобрал, смотри, вот здесь крышечку снял, вот эту вот. Вот выкрутил раз, два, четыре, это, 8 шурупов раскрутил. Но заднюю стенку тоже на гвоздях. Ее тоже можно убрать. Вот. То есть можно сделать полуфабрикат? Да. Заказать тебе сделать полуфабрикат? Подпишешь? Да, или да. Или на листочке хотя бы? Можно подписать, да, здесь, например, 1-1, здесь 2-2 написать, чтобы как присоединять, и все. Здесь не ошибешься никак. Кормушечка, она в сборе будет. Вот эту вот открутил, это выходит, вот это, где они живут. Это тоже отдельно, она уже все подойдет. Все получится здесь, ну, такая вот, где-то, сколько она тут, 45, самая большая, расстояние. Наверное, сколько? Ну, 50, самое большое тут 55. Ну, это много, наверное, 55. Это 50 я сделал. Ну. Это просто я в чистоте сказал, что там 40. Ну. На 40. То, что точно там 16-15 штук можно держать. Ну. Вот оно. 40. Ну, 50 на 50. Я увеличиваю на 5 сантиметров. Ну. Значит, это вот так вот. И высотой, да, да. Высотой переслать сантиметров 10 будет. 10-15 разобранная коробка будет. Разобранная, да. Наверное, сейчас скажу. Здесь у нас получается... Ну, пускай 5 сантиметров, 5 сантиметров, 5 еще, и 5, ну да, 20 сантиметров. Это самый большой, ну, 15 сантиметров она будет толщиной, 15 на 50 на 50. Ну, вот лучше всего это, значит, взять одну один ящик такой, и, значит, собрать, и вот по этой технологии уже, значит, делать, либо... увеличивать их в размеры или да можно сделать и большие здесь на 80 можно сделать увеличить как бы это я большие тоже их делаю не, вот. Но тут... в основном берут вот маленькие такие вот 10-12 перепелочек они если для дома 10-12-15 перепелок они занесут для они себя. Каждый день для себя они для себя. 15 яичек они 12 и сколько будет самочек они каждый день 8 месяцев они несутся, у них и эта продуктивность очень хорошая. Целесообразнее да. Держать самим перепелок, чем покупать чем вот покупать, это да, да, яйцо. Да, да, и, да, во-первых, да. Значит, здесь знаешь, кто как где, чем кормишь? Летом траву даю, салат им выращиваю. Зеленый корм обязательно добавляю. Огурцы, кабачки, ну сейчас вот тыкву даю им зимой, нарезаю, а они вот сами туда положил. Выклевывают все ну, в домашних условиях. Ну, у меня здесь просто тепло, есть где держать эту тыкву и кабачки эти. Ну ладно, уважаемые зрители. Еще раз, значит, что было неясно, спрашивайте. Значит, еще раз встречусь с Сергеем, значит, осветим те вопросы, которые мы не затронули. Ну, ладно, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставите лайки или дизлайки. До свидания.